желаем вам удачи. Пуговица, ну посмотри. Пуговка, пуговка. Ну все. Ну что, отправили? Да. Как вы думаете, ей будет хорошо? Да. Акция эта родилась среди учеников в начале первоначально средней 21-й школы. У нас при школе есть клуб ЮНЕСКО Прайд. Клуб, который занимается разными добровольными инициативами, благотворительными проектами. Ко мне прибежали ребята из клуба и сказали, что на сайте Витебского приюта для бездомных животных висит надпись «Помощь, СОС, приют погибает», что, возможно, приют через 3 месяца закроют. И мальчишки и девчонки собрались и говорят, надо помогать. А если говорить о собаках и котах, какие они? Они очень добрые, дружелюбные, и коты очень всем приятные. Очень коты... хочется помочь. И они нуждаются в ласке очень хорошие, на самом деле. Собаки очень преданные. И очень грустно, когда люди берут собаку, а потом бросают ее вот так в приют или на улицу. Это ужасно. И, да. Ну что, забираешь? Нет. Почему? 7 собак? 7 собак? Да. Легко ли с ними уживаться? Ну да. Дорогие граждане города Витебска, не надо бояться брать животное с приюта, потому что животные в приюте чистые, стерилизованные, привитые, ухоженные, не агрессивные. Обретя животное из Витебского приюта, вы получите самого настоящего друга. Эта собака будет лучше, чем породистая, потому что она будет вам верна. И очень хочется, чтобы не только сегодня, в этот, по счастью, теплый весенний день, мы, наверное, растопили своими сердцами холод этой весны. Хочется, чтобы и во все остальные дни вы также помогали животным, не оставались равнодушным к этой проблеме. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.